Это изумительно! Сколько же в последние годы приехало ненавистников кошек, голубей и прочей нашей городской живности. Вот и опять во дворе какой-то полиграфыч подкатил с репликой. Нечего тут голубей кормить. Любопытствую, почему же это, собственно, нечего? Давится, пыжится, руками машет, глазами вращает и мычит, а сформулировать не может. Ну и так наглядно видно, что прямо-таки пузырится и противится весь его геном тому, чтобы кормить просто так кого-то ненужного. Того, кому нельзя будет вскоре перерезать глотку и съесть самому. Наконец, весомое обоснование полиграфыча готово. А чтоб не было их тут, хочу сказать... Кабы не стало тут оккупировавших город полиграфычей. Вместо этого отвечаю, надо же мыслить стратегически. Это же неприкосновенный запас. Ты не забывай, что весь злобный внешний мир нам люто завидует, только и мечтает, как бы это ему все у тебя тут отжать, включая последние харчи. А ты их всех раз и объегорил. У тебя во дворе хоп, голуби прикормлены. Будешь ты их жрать всем на зависть. И в ус не дуть. Здорово же. Замолкает. Взвешивает. Обдумывает открывающиеся перспективы.